Мады интересные. Помогите даме встать на мостик. С марта не была на мостике. Ой. Ребята, я хочу на мостик. Идите, я хочу на мостик. Ребята, я хочу отдохнуть от шоу-бизнеса. Я пришла в чёрт. Слушайте, товарищ тренер. Мама, зачем вы взяли подростка? Да вы не тренер, вы доктор. Встать! Ненавижу. Пакость какая. Пакость. Ой, подходи. Ну чего, Селена? Цепиться к дитині. О, Боже, ти там воно вже й дитина. Ведьма, ви ведьма. Ну я могу все об'яснить, Вера. Ведьма! Ой, Господи, ну дай хоч слово сказати. Я більше вас в спортзал не візьму. Подожди, я могу все об'яснить. А ви немедленно ваш розорву. Вера, я щас все об'ясню тобі. А санітарну кишку я вашу викину в окно. Как? Вот так. Не ожидала я. Вера, это подстава, мене грязью облили. А. Ты просто неправильно мене поняла, Вера. Как я должна была понять, когда я вас посылаю на тренажер, а снимаю вас с красивого мальчика. Понимаете, что мальчик и тренажер, там две разных вещи, две разных функции. Я поняла, ну все понятно. Есть одна истина. В спортзале мама занимается еще и спортом, а вы в спортзале занималась. Не говори такое про маму. Красота. О, спорт. И мир. I need your dance. Accordion. А можно автограф? Так, а на чём? Ой, жизнь. Ты никого? Это сразу трое. Мама.